Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сижу я тут вся такая домашняя с 12 числа, и по 17 у нас в Бургасе объявили, ну как это называется, карантин. Не подумайте, не по коронавирусу, а по какому-то новому вирусу гриппа. Ну вот, сижу, и как думаете, чем занимаюсь? Попробуйте угадать. Да, конечно же, занимаюсь новым любимым хобби. Вяжу игрушек. И у меня был такой новый запрос. Так как я вяжу мультяшных героев, у меня был запрос: посмотрите на кого. Ну что, узнали? Это Олаф из мультика «Холодное сердце». Похож? Ну, а чтобы вам не думалось, я это связала или нет. Смотрите, он у меня без колпачка. Так вот, сейчас последний штрих осталось — довязать колпачок. И тогда мультяшный герой будет полностью упакован. Вот мое чудесное и веселое хобби. Доделаю вот таких снеговичков, и они у меня отправятся к своим новым хозяевам. Ну, а я вам сейчас хочу рассказать еще вот что. Конечно же, многие знают, да, пожалуй, все знают, что это за такой овощ. У нас в Болгарии вот этот овощ называют черноряпа. А вообще это черная редька. Вот сейчас начался сезон простудных заболеваний. И что-то я немножечко даже как-то подкашливаю. Правда, это у меня уже давно и, можно сказать, остаточное явление. Но, тем не менее, вот это народное средство меня очень спасло от кашля, да и сейчас спасает. Берем черную ряпу, продается она в любом овощном магазине у нас в Болгарии, ну и также в сетевых магазинах. Отрезаем верхушечку, это у нас будет крышечка, затем вырезаем серединку, похоже, правда, на кокос, и вот туда внутрь закладываем мед. Я пользуюсь липовым медом. Он, кстати говоря, помогает от бронхита, кашля, именно липовый мед. Вот, и я туда заложила, настаиваю где-то сутки, и на следующие сутки у меня уже полное вот это вот отверстие, которое внутри, заполняется чудодейственным лечебным сиропом от кашля. Смесь редьки и меда. А вы знали о таком народном средстве? Попробуйте. Сейчас это очень актуально. Ну вот так проходят мои карантинные дни. Сижу дома. А всем пока-пока. Кому это видео было полезно и понравилось, поставьте нам пальчик вверх. А новички, не забудьте подписаться на мой канал. Впереди вас ждут новые интересные видео. До новых встреч, друзья! Пока-пока!